Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, ну давайте возьмем не короля, а вот этого героя. Посмотрим, что он из себя представляет, и попробуем пройти вот этот батл. Ты как, телепортируешься? Вы это слышали? Ice baby. Like a charm. Might and magic. Like a charm. Песня есть такая. Might and magic. Like a charm. У кого-то. Might and magic. Like a charm. Так, проходим этот уровень магами, насколько я помню. В прошлый раз это сработало. Надо было... Ну ладно, будем их синхронно. Так, ну чё, Ice Baby. Ага, здесь ничего не изменилось. Я так понимаю, в ближнем бою ты так себе, поэтому тебе лучше дальний бой, да? Давай, давай, там прокачивайся. Во, замораживать уже научилась, молодец. Эй, геройша, отлетай. Но это не такая, конечно, прикольная, как вот тот чубзик, король. Ice baby. Cool. Так, кстати, надо... Тут апгрейды не забывать делать. Блин, короче. Надоели. О, она еще теперь так стреляет. Не, в принципе, герой так ничего, но... Ну, в то же время стрёмный какой-то. Тот мне больше нравился. Ну ладно. Поиграем, как говорится, и этим. Так, там ворги. Так, давай все на эту сторону переходи. Тут надо помогать ребятам. Не, ну не обязательно в ближний бой там выходить. И т.д. и т.п. О, заколола их. Стоять, варги. Позорные. Ля туварата нито. О, она уже неплохо так разбирается, кстати говоря, вы посмотрите. Ну, я думаю, там не пробегут, ну, патруль поставим, антиварк. Антиварк, патруль. Так, здесь, в принципе, можно будет шандарахнуть уже. А чё вот это экономить его, этот Армагеддон, чтоб потом он нам уже не понадобился. Так я лучше сразу его кастанул. Правильно, правильно. Ого. Не, герой довольно-таки сильный. Ничего не скажешь. Всякие заклинания крутые колдует. Ну, не такой веселый, как, конечно, тот король. Ты давай в ближний бой не вступай. Ты колдовать можешь, значит колдуй. Чего еще денег не заработали, нифига. Хотя я смотрю, она и в ближнем бою колдует. Так что нормально. Причем там умудряется во все дырки заколдовывать. Бдынг, бдынг. Ого, еще один лазер. Ты следующий. В принципе, уровень мало чем отличается от того, чего было до этого. Так, ты отойди лучше. О, вообще тебе вот удобно здесь стоять, они тогда на тебя идти не будут. Так, тут все нормально, справляемся, ребят. Не требуется там Армагеддон, еще что-нибудь. Вроде нет. О, дорожку им подморозило. Дымс-дымс. О, какое я место герою нашел хорошее. Все нормально, справляемся. Ну, держите вам тут подмогу. Держите, держите. Во-во-во-во-во. Еще вам тут подмогу. Так, ладно, давайте, наверное, следующую волну. Так, с этой стороны вроде бы уже закончили. А там этих варгов за подтормозили. Наверное, на Армагеддон зафигачить.
Стоямба! Вы чё, ребят? Вы так не пугайте, там почти пробежали. У нас же здесь одна жизнь всего. Так, кстати говоря, у нас уже куча денег после этой волны. Давай там колдуй, что там, умеешь колдовать, колдуй. Ну нормально, у нас куча лазеров теперь. Я думаю, тут мы уже победим. Прикол этого уровня в том, что нам же ни одного нельзя пропустить. Ну мы, в принципе, и так ни одного в прошлый раз не пропустили. Ну, мало ли, как говорится. Всякое бывает. Не, я, конечно, понимаю, что они вряд ли здесь смогут пройти под таким обильным количеством лазеров. Просто это нереально, но... В то же время, видите, доходят же до этой стадии. Но они доходят, потому что у нас здесь пока нету сильной обороны. О, некромансеры. А тут и тут некромансеры X4. Так, ладно, давайте вызовем пока следующий уровень. И вот я кастану пока на... Это была ошибка. Ну, хотя нет, нормально. Они сейчас пойдут как раз по... Мы вам сюда сейчас инфорс... Ты давай... А, все, тут уже некроманты сдохли, да? Так, тебе тогда надо бежать сюда. Там, я думаю, наверху справятся. А вот тут с такими некромантами нужно что-то придумывать. Так, и сюда срочно апгрейд. Нет, ты давай это в прямую атаку не вступай. Сейчас в пол Армагеддона. Я сейчас его вот так откадышу и сюда заряжу. Во! Отлично. Теперь они сейчас все по Армагеддончику пройдут. Вон им там еще заряды. Так, все, здесь разобрались. Давай с этой стороны поднимаем стрелковую вышку. Давайте там некроманта пинайте. Замечательно. Все, некроманты там запинали. Так, апгрейдим здесь. Все нормально. Голем два лазера подхватил. Еще не успел выйти. Кстати, вот против големов можно было бы, кстати, и этими поиграть, попробовать. Ну, как они там. Дынс, 10 уровень, все. Winter's coming. Ну, честно, герой может быть и сильный, но мне он не сильно нравится. Хотя, вроде как ничего. Потенциал есть. Так, ладно, давай иди воюй с этим големом. Замораживай его там, как ты умеешь. Во. Теперь иди воюй с этим големом. Дынс. Вон тут варгам путь. Ну, варги, они, конечно, тут не пробегут уже. Так, ладно. Герой у нас 10 уровня. Пусть теперь стоит здесь на охране. Уже мы его прокачали. Его дальше особо смысла качать нету. Так что нормально. Так. Продолжаем лазерные вышки поднимать. Герой продолжает нас тут заколдовывать все и вся. Так, давайте следующий уровень. Что ждем-то? Еще одна вышка поднялась. Следующий ты, чувак. Ладно, давай беги сюда, в пекло. А давайте вообще сюда Армагеддон зарядим. Ты давай поближе подойди, чтобы колдовать можно было. О, по тем фигачит. Нормально, герой уже бьется. Айс, бэйби. Так. Какую мы вот этому обещали стать?
Так, теперь твоя очередь. Так, ладно, короче, давай беги на стоянку. Тут как-то опасно становится. Хотя никакой опасности нет, это последняя волна уже. Все тут нормально. Абсолютно ничего страшного, ну... Можно, в принципе, сюда Армагеддон зарядить. Он там вон еще в кого попал. Во всяких этих чебуреков. Так. Ну все, думаю, тут мы победили без проблем. Ладно, давайте для красоты вот этого мага еще апгрейдим. Чисто вы вчетвером. Ну, ребят, ваше время еще не пришло. О, хотя тут некроманты идут. Слушай, давай иди воюй с этой стороны. Я думаю, с некромантами ты сможешь повоевать. Да, по идее должна. Хотя они кидаются. Ну ладно, погибни. Хоть раз должен погибнуть герой. Не, конечно, он не должен гибнуть прям. Что так, хотя бы раз погибнуть. Но... Ничего страшного. Вот тут вот мне не нравится это похождение. Ладно, сейчас заармагеддоним их тут всех дружно, да и все. Ну, а этот голем, он только вышел, уже ушел. Все? Все, нет? Все. Замечательно. Так, может сразу попробовать и на Айрон его пройти, этот уровень, посмотреть, что там. О, и другого героя сейчас заодно зацепим. Так, а ну давай ты. I hollow it. I hollow it. Так. Давайте, Айрон. О, тут маги есть и эти. Ну, замечательно. Мне, собственно, на этом уровне мне нужны только лишь маги. Мне больше никто не нужен. Might and magic. Что здесь так много денег? Мы даже сейчас один лазер сделаем сразу. И второй. А, ну, в смысле, второй не... Ты давай беги сюда. Ой, сколько тут много их. Ладно, понеслась. Ты давай, 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 самое пекло. Погнал, погнал, погнал. Вон, с бандюками разбирайся. Так. Чё, Армагеддон? Да не, Армагеддон, наверное, не надо. О, следующий уровень. Чё-то этот секира, это какой-то он стрёмный. Ну, я понимаю, конечно, что он на бандитов сразу попал. О, призвал какого-то там тумба-юмбу. Нормалёк, тогда нормалёк. Тумба-юмбика прислал. Так, поскольку у нас здесь этот тумба-юмба дерётся... Мы тогда будем, ну вот он сейчас погибнет, кстати говоря. Мы будем в первую очередь вот эту линию тогда укреплять. А, он не погиб? Нормально. Выстоял, слушай, красавчик. Так чё, Айхалявейт, ты иди воюй. Айхалявейт. Вон тебе подмога. Давай, вон, призывай своего тумба-юмбика. Ну, не слабо таки бьет. О, отлично, четвертый уровень. Чем-нибудь, кроме тумба-юмбы, можешь? Или он их, наверное, потом по два будет призывать, таких тумба-юмбов. Так, ладно, здесь тоже поставим. Против птичек. Давай, сразу сюда, на вход. Да ладно, не буду изобретать велосипед особо. Пусть вот это буду строить по стандартной схеме. Какая разница? Не, этот герой, в принципе, довольно-таки неплохой. О, кстати, тут же эти копьеносцы, они же кидают копья по этим птицам.
Вот, тумба-юмба этот. Викинг какой-то там ансектор. Ну, тут явно волкам не суждено пройти с этой стороны. Вот, а вот тут, конечно, могут. Могут. Ну, тут 4 лазера, так что никуда они не пройдут там особо. Тунс-тунс-тунс-тунс. Тумба-юмба. Нормально. Что-то герой слабо прокачивается. Ура, 5-й уровень же. Так, давайте тут проапгрейдим эту сторону. Раз там у нас воюет герой с подкреплением. Вот я боюсь уже. Начинаю напрягаться. Все, что ли? А, нет. Я думал, все. Даже героя не прокачаешь. Вот против рыцарей хорошо. Герой раскладывает. О, уже 2 тумба-юмба, я это видел. Я же говорил, он их по 2 будет призывать. Еще несложно было догадаться, ну ладно. Вон их, 1-2. Ну и пошли такие нарезать. Не, в принципе, вот это неплохой герой. Мне он... Ух ты, он стал медведем! Нифига себе, круто! И он быстро теперь бьет. Это какой-то волчий герой. Волчегрой. Так, что, 270 еще не набили? А ну давай в облике медведя там расфигачивай. Вон он его, этого большого, фидосит. Ну не так уж, чтобы и сильно он его бьет, но тем не менее. Раскладывают неплохо. Ля ту варата ниту. Так, ладно, давай ты теперь. Тут вообще несправедливость с этой стороны. Особо ничего не строим. О! Такой злобный. Не, этот герой мне определенно больше нравится, чем... Нежели вот тот. Ну, там магичка. Или как она там? Ну да, магичка. Ура! Ура! Злобный такой медведь. Он вот этого большого выносит. Чубзика. Так. Ладно, стой там на месте. Ну шо вы так медленно набираете эти деньги? Во! Вон, тут делов-то разобраться совсем. А этих мелких он вообще выносит круто. Так, ну чё, всё? А, не тут-то было. Только как-то прокачивается он долговато. 270 опять нету. Ну ладно, подождем. Медведь такой чисто. Чисто такой медведяра. Дунс. Апгрейд. Комплит. Так, что-то мне тут начинает меня напрягать. Это лежуха. Хотя не, нормально. Нормально, нормально. Герой, ты там давай прокачивайся. Не умирай. Давай, 7-й уровень получи и не умри. Что раньше, 7-й? Умер все-таки. Не, ну лошара. Так, ладно, надо, наверное, здесь тогда сейчас поднять лазерку. Блин, вообще надо было Теслами. А у нас, по-моему, здесь нельзя Теслы строить, да? Или можно? Да, Теслы, видите, нельзя строить. Это я так проверил. Там, где можно будет строить Теслы, буду проходить Теслами. Мне они больше всего нравятся, даже больше, чем маги. Так, все нормально, тут держим.
Герой, ты тут как, седьмой уже, да? О, а пойди повоюй с этим чубзиком. С большим. Блин, бегаешь ты, конечно, долго. Дымс. Ну да, тут, конечно, повоюешь, блин. Снесли и не заметили. Так, на Армагеддон, что ли, для разнообразия использовать, а то он у нас какой-то застоявшийся уже. Нету денег еще. О, медведем стал. Пора бы уже. Так он этим, смотрите, с черным этим большим рыцарем дерется на равных. Ну, точнее, не то, что на равных, он его побеждает. Круто. Это круто. Викинг. Ну, викинги так себе, конечно. Герой довольно сильный. Ничего не скажешь. Давай там. Так, тут же, по-моему, можно апгрейдить. И апгрейдить. Э, чё, еще нету, что ли? Офигеть, сколько этих черных рыцарей идет. О, героя свалили. Так, ну я даже не знаю, куда стрельнуть. Потому как, по-моему... Ну вот сейчас, если они тут до центра дойдут, я, наверное, их в центре всех сложу. О, понеслась. Герой, давай беги. А, все. Ну, все равно беги. Эх, не успел апгрейдить. Деньги были, не успел. Ну ладно, не принципиально. Так, прошли и на Айрон этот уровень. Замечательно. Это вот это, да? Вот тут, наверное, будет интересно воевать. Так, а что у нас с апгрейдами? А у нас все, у нас... Все необходимые нам башни... Они заапгрейжены. Все замечательно. Великолепно. То есть нам теперь... Ну ладно, я все-таки вот этот пройду. Нам теперь осталось вот этих, и у нас вообще будет полный апгрейд. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шаш.